Ну, короче, месяц как уже. У нас сегодня месяц. Как вы вместе живете? Да. Поздравляю вас. Классный. Ну как, вкусный? Холодный, классный. Самое то. Вот так вот собирают березовый сок. Маленько по-другому. То есть сверлится отверстие в березе и заколачивается алюминиевая трубочка. И ставится бадья, и плюс еще привязывается замком, потому что у нас много тут народу ходит, чтобы не унесли вместе с бочкой, да? Да. На цвет мед могут сдать. Классно. Канал Сидюшки Бродяга приветствует вас. Я его автор, Новиков Евгений. Ну что, друзья, сегодня отправился в лес. И как вы уже видите, пошел я семейной парой. И взяли с собой собачку сегодня. В общем, так как уже встают медведи, бродят волки, рыси. В общем, диких животных у нас хватает. И чтобы обезопасить свою жизнь, взяли с собой пса. Ну, в общем, отправились на небольшой кемпинг. У нас уже пошла черемша. Вот, пособираем маленько дикоросов. Ну и приготовим что-нибудь вкусненькое. Так что, друзья, не переключайтесь. Ага. Растет, кстати. Да, потому что мы когда на Алтае жили, нам выкапывали колбу. Мы ее на Алтай увозили, короче, на дороге посадили. Если кто не видел, вот так вот у нас выглядит колба, а в простонародье это черемша. В общем, это дикий чеснок, либо медвежий лук, кто как его называет. Добавляют ее в окрошку, делают весенние салаты. Вот. Ну, можно жарить. С яйцем, да, Дамич? Да, пирожки. Пирожки еще, кстати, с нее вкусные. С яйцом, с колбой. В общем, вещь достаточно полезная. Очень много витаминов. Но собирать ее лучше, пока, ребята, она вот такая маленькая. Когда она пойдет в ботву, она уже переросшая. Она уже не очень вкусная. Сластит уже. Становится более жесткой. Ой, в этом году вообще было снега полно, да? Особенно в ноябре, слушай, там метели-то были. Завихеривало аж. Дороги были заметенные. Ну, да. Тропинок не было. Лучше ножика. А? Лучше ножика. Лучше ножика, но нож вон забыли дома. Пришлось деревяшку заточить.
собирается намного быстрее. Ну-ка, покажи даже на камеру эту фишку. Вот такая вот прибуда делается с любого дерева, но желательно с твердого, с твердых пород. И затачивается один конец. И получается вот такая вот, вот наподобие ножа. Кого? Шмели летают. Ой, шмелей вообще много уже. Адами, смотри. Как мыши не залезли. Да. Кого говоришь? В тайге давайте жить. Да, предлагают жить в тайге. Все есть. Самая самоизоляция. Адамич, ты как на это смотришь? Жить в тайге. Положительно. Колба есть. Попрожить, в принципе, можно. Ну ладно, шашлыков на сегодня хватит. Завтра что-нибудь придумаем. У нас вот бегает. Не-не-не. Сохранять-то будет. Да. Снимаю. Вообще мороз. Классно. Да что там? За безобразие. Гамак от фирмы Rebel Gears. Да что же? Блин, не люблю эти складные коврики что-то. Ну не по кайфу. Кармашек для телефона. Повешиваю, еще можешь спать смело. Рад. Ой, класс. Класс. Адамич, ложись вдвоем. Да ну. Отлично. Вот такой вот, ребята, у нас кемпинг. Сейчас будем готовить вкусняшки и радоваться жизни. Настроение отличное, погода теплая, да? Погода сегодня классная. Так, друзья, сегодня я взял с собой таганок из титана и титановые шампура. То есть это фирма «Все от роза ветров».
Кому интересно будет, ссылочку увидите в описании под этим видео. Таганок называется, рельсы. В общем, очень удобная штука. Вот такие вот идут. Две части. То есть они раскладываются. Что, глубоко не будем, да, вкапывать? Да нет. Где-то вот так надо, да? Не, надо подальше. Пошире, ну а там хотел там же. О, самый раз, да? Вот эти нормальные, а да. А ты ножом колешь? А. Эти нормальные. Так, сейчас поставим чаёк. По нашей традиции. Чтоб угли зря. Ой, чтоб костер не горел. Что-то огонь где-то не там идет, да? Ну, вот сюда ветер дует, сюда и огонь. Вот это чаечек. Это кайф, Адамич. Ищет, ищет мягкое место. Так, друзья, я думаю, Россия женщина, тогда пускай женщина готовит в походе. Сейчас я масличко добавлю. Неровно поставили. Ну, маленько, что-то пойдем. Стоять. Что-то поднимается ветерок у нас какой-то. Ветер в мою сторону. Нехороший ветерочек поднимается.
Ну и второй следующий закинем. Все больше не поместится. Все, ну пойдем. Ага. Вот так вот на земле прям жарим. Да, сейчас, если что, подкинем маленько дровишек. Отличный отдых у нас. О, почти уже. Что-то можно уже убирать, в принципе. И пусть еще маленько пожарится. Что, масличка будем лить? Или хватит? Нет, подлить надо. Маленько еще, ну. Сейчас еще и шашлычки пожарим. Ох, будет у нас сегодня не жизнь, а сказка. Масличка подольем. Немного. Дровишек подкинем. Чуть-чуть. Готовим гренки с сыром, в общем. Это очень, ребята, вкусно. Ты ни разу не пробовала? Нет. Это просто шедевр. Будет. Так, мусор сразу за собой сжигаем. Но в лесу не пакостим. Адамич, уже почти готово. Ну как, черемша, да? Есть? Маленько, но да я так недалеко ходил. Ого, сколько уже собрал. Вот такие. Это мало. Дикоросы собираем. В общем, самые полезные. Самая полезная зелень. Да? Барбоски. Нагуляется сегодня в лесу, да, Адам? Да, он давно хотел, всю зиму сидел. Всю зиму на привязи. Редко отпускали. О, точно, говорит. Можешь интервью давать? О, еще. Поздоровайся с подписчиками. Чопа, как тебе в лесу? Скажи, я Чопа. Плохо себя веду, меня посадили. Да сейчас отпустим, скоро.
Ну что, Адамыч, вкусно? Угу. Обалденно должно быть. Майонез еще. Не майонез, а этого. Кетчупа. Кетчупа? Угу. Майонезом. Не, не хватает маленько, да? Ну, вот так, вообще тема. Ну что теперь, шашлычки у нас в ход пошли. Уже, я думаю, пора, да? Ну да, в принципе. Да. Шампурики. Ой, бля. Точно 18 плюс. Фига денешь, да? Ну да. Тема будет, да, да? А? Я не знаю. Я целую подложку забабахал. Так, давай где-то один костерчик еще по чайной замутим, да? Чай скипятим? Да можно. А то без чая, это что, вкусно будет? Чай не будем пить? Не, ну ты будешь пить, если хотите, я вот сейчас... Я даже камеру не успел включить. Молока можешь ему налить? О! Вот в эту ему налей, в миску. Фу! Чапа, забирай. Нельзя. А то схватит, да? Хлеба, блядь, сейчас маленько. Там один кусочек остался. Да. Чапа обиделся. Так, ну, поели, отдохнули. Теперь пошли дальше собирать черемшу. Да, и ну и уже ближе уже к дому. Так как за дикоросами нужно ходить, в лес нужно ходить за чем-то одним. А то пошли за черемшой, попали на кемпинг. Ну, в общем, отдохнули, отдых удался у нас сегодня. Я знаю, что колба. Да колба, она сейчас везде здесь есть. Вы ее пропустили, да, вот тут же? Да, тут дальше здесь. Собачка, главное, осталась довольна. Да, у нас практически уже снег уже сходит.
весь. Но все равно местами на северных склонах лежит достаточно много снега. И уже у нас температура воздуха прогрелась где-то до 20, да, да? Если не выше. Ну, на солнце это, на солнце, естественно, выше. Что это? Да, до 25, уже можно сказать, лето. Подснежнички, да? Да. Красиво. Весенние цветочки наши первые. А что-то это, кондыков не видать, а да? Что-то они то ли еще не распустились. Да, такие кондыки. Помнишь, раньше это корни ели, да? Белые такие, они сладенькие. Это еще в детстве. По горам когда лазили. Собирали. В общем, в рот пихали все подряд. Да? Но тем не менее, жив и здоров. Да. А вот, кстати, кондыки распустились. Да. Медунка уже начинает распускаться. Сегодня тепло, здорово. Такой вот весенний лес. Тут характерна эта местность для меня, что необычно, что тут осинник. Обычно, куда я хожу в походы, там осин нету. Там преобладают больше такие деревья, как береза, пихта. Вот. И сосен нету здесь у нас. Сосны только высажены, да, да? Да. Вручную. У нас тут сами по себе, в общем, сосны не растут. О, здесь она толще, да? Больше маленько. Ну, потому что тут но... Южнее, видать. Да нет, нигде не то, что южнее, тут просто снег и так давно сошел. Снег недавно сошел. Да. Слушай, бодрая такая. Слушай, а как ты думаешь, если дома поставить? Еловые ветки не будут пахнуть? Будут. Поймали собаку. А то внизу куры. Не, а так он кур может, да? Да, ну, как бы может, может, нет, а погонять он. Погоняет, в общем. Перья-то у них поотлетают, да? Он сюда несет, они ну да. Инстинкт у него все равно срабатывает. Ну что, друзья, на этом будем заканчивать наш поход выходного дня. В общем, всем вам желаю приятного просмотра. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки и писать комментарии. Ну а с вами мы уже увидимся в следующем походе. Так что всем пока.